Приветствую вас, друзья, на канале Ремонт сельхозтехники. Сегодня понедельник. Значит, что касаемо трактора, один из наших подписчиков заинтересовался данным трактором. В течение 2 недель будет трактор готовый. Трактор собирался с рамой. Мост, капитальный ремонт, конические пары новые. Коробка нового образца, полный капитальный ремонт. Гидравлика, электрика вся будет новая. Резина новая. Цилиндры, гильзошток новые. Это я уже все вам показывал, это все видели. Коробка нового образца, тоже все видели. Кабину все покрасили, в принципе-то. Сейчас скоро начнем собирать ее. Навеска капремонт, гильза шток новые. Вот его двигатель. Уже комплектуем. Отправляем. Компрессор новый. Генератор новый. Новый МЗН. Коленвал новый. Цилиндропоршневая группа новая. Почти все новое, в общем. Если кому нужен двигатель капитального ремонта на продажу, стоимость выходит 620 тысяч, это с новым коленвалом. Стартер после капитального ремонта. Сейчас я вам покажу кабину. Вот его кабина. Сейчас готовим его к комплектовке. Будем полностью комплектовать. Как вам каркас кабины? Идеально получился? Это кабина от трактора «Город МИАС». Вот сейчас его полностью разберем от и до. Изгнившие детали это все вырежем. Зашьем новые детали. Вот у них, в принципе, эта кабина вот в таком состоянии пришла. Вся в хламину. Но когда будет готово, вот показывал уже кабину. Каркас вот будет в таком же состоянии. Текущий ремонт все добиваем. Сейчас монтируем электрооборудование полностью. Вот его крылья, капот. Все новье, все новое. Сиденье новое. Оптика новая, камазовская. И потихоньку МИАС уже комплектуем. Сейчас гидравлику комплектуем. Кабину видели, разбирается.
новые трубки. Кстати, рама усиленная. Вот листы наваривали. Изнутри тоже полностью все наварили. И с этой, и с той стороны. Коническая пара новая. Тут, значит, все завтулили нормально. Ну, коробку я уж вам в прошлом видео говорил. Коробка их с капитального ремонта. Друзья, напоминаю, кому нужен капитальный ремонт, в описании мои контакты имеются. Мой номер телефона также можете написать мне в WhatsApp, это этот же номер. Также мой номер телефона есть в описании канала и в шапке канала. В комментарии можете написать свои отзывы. Подписывайтесь на канал, ждите новые видео.